Предприятия, поставляющие в домах артезиан газ, тепло, электроэнергию и воду, отмечают, что оплата населением коммунальных услуг в течение последнего месяца заметно снизилась. Вот уже ровно месяц, как практически во всех местных отделениях Центрального республиканского банка каждый день можно наблюдать очереди. Самая востребованная услуга – обмен украинских гривен на российские рубли. Курс, установленный ЦРБ, 1 к 2,7, то есть 2 рубля 70 копеек за 1 гривну. Рассчитывая, что вот-вот ажиотаж вокруг денежного обмена схлынет, многие артезиане, дабы не стоять в очереди, отложили поход в банк с коммунальными книжками. Но ситуация в отделениях ЦРБ ДНР пока не меняется. Более того, в банке на 1 час сокращено время работы с клиентами. Расчеты возможны до 16:00. Оплатить коммунальные услуги можно и через почту Донбасса. Как правило, в отделениях почты очереди не наблюдается, по крайней мере сегодня. Упали платежи за коммуналку и по другим причинам. Некоторые семьи вот уже месяц как выехали в Россию, а мужчины призывного возраста пополнили ряды военнослужащих. Резкий рост цен в магазинах на самые разные товары, в том числе и первой необходимости, тоже сказался на платежной дисциплине абонентов предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Если, например, платежи за воду составляли, как правило, 85, а нередко и 90%, то за февраль пока рассчитались только 73% потребителей. Стоит ли напоминать, что у коммунальщиков и в более благополучные времена каждая копейка была на счету? А уж сегодня финансовое состояние этих предприятий характеризуется и вовсе далекими от оптимизма категориями.